Дают вопрос, как начать бизнес без денег? Я не могу идти в бизнес, у меня их нет. Любой человек, он найдет минимум, с которого можно начать в этом бизнесе. Здесь можно начать даже со 100 рублей. На эти 100 рублей можно самое простое купить салфетку для очков. Можно купить за 100 рублей салфетку для очков и эту же самую салфетку показать своим друзьям, знакомым, порекомендовать им. Эти люди в дальнейшем зарегистрируются, также будут чем-то пользоваться. Но за счет первого товара вы можете этому человеку его продать, вернуть обратно свои 100 рублей, купить еще одну салфетку за те же самые 100 рублей, благодаря ей рассказать об этом бизнесе и товаре другому человеку, опять вернуть свои 100 рублей, либо взять салфетку за 231 рубль для мытья посуды, на которой очень просто показать людям, как она работает. И те же самые 231 рубль можно много раз обернуть, и в итоге вы минимальную активность 50 единиц в любом случае так сделаете. А уже за счет того, что люди, которым вы это рассказали, которым вы это порекомендовали, они начнут что-то покупать, вы получите уже прибыль. Групповой бонус. А у вас... Не групповой, бонус наставника изначально пойдет. У тебя были, Александр, такие случаи? Да, у меня один мой знакомый, он зарегистрировался, у него не было денег вообще, даже на одну салфетку. Я ему помог, у меня они были куплены, я ему предложил воспользоваться ими, сказал, ты можешь взять вот эту салфетку. Он у меня их брал, шел рассказывать своим знакомым, рекомендовать. Если он их продавал, то он приходил на склад, покупал новую точно такую же салфетку, очки уже записывал на себя, салфетку возвращал мне обратно. Если он не продавал эту салфетку, он просто возвращал мне ее обратно. Угу. Спасибо. Но большой бизнес предполагает все равно большие. Дальше-то вот как? Дальше. А еще одним из вопросов является, как продавать, не продавая? Как строить бизнес, не продавая? Как строить бизнес, да, без продаж. Для того, чтобы строить этот бизнес без продаж, мы просто меняем товары, которыми мы всегда пользовались. Допустим, моющее средство, чистящее средство, гель для душа. Мы убираем эти товары у себя дома. Вместо этого мы пользуемся продуктами компании Greenway. И по сути мы здесь не вкладываем денег, мы перераспределяем свои средства из одного магазина в другой. И точно так же вы не продаете своим знакомым что-либо, вы сами поменяли ассортимент дома, рассказали своим знакомым, как хорошо это поменять все дома на экологические товары. Знакомые это то же самое делают, дальше рассказывают другим, и тем самым у вас уже строится сеть, и вы получаете хороший групповой бонус. Спасибо. Отлично.